Так, 25 июля, суббота, 8 утра. Это кошмар. Вот вы все еще спите, а мы уже подскочили и едем готовить для вас GBX Summer Party. Я думаю, что еще несколько часов моего времени, несколько минут вашего, я буду вот таким унылым говном. И просто очень сложно очередной раз в неделю вставать чуть свет, когда хочется выспаться. Ладно, прекращаю ныть, и мы едем за ребятами, чтобы забрать оборудование. Человек носит коробки. Возьмите коробку, вы заебали. Не бери у него коробку. Пусть он сам ее несет. Вот люди уже начинают грузить мешками всякий лут в машину. На самом деле я не хотел раскрывать секрет, но, видимо, придется. Мы на том самом секретном складе фирмы Stipper, который остался после магазинов. И туда еще периодически подвозят всякую хрень, типа он досок от Тони Хока. Вот, в общем, сейчас загрузим все и будем уже выдвигаться в сторону Сокольников. Ну, в общем, мы на месте, вот этот бульон. Ребята уже ждут. Сейчас будем разгружаться, все заносить внутрь, доставлять там кучу столов. Ну, в общем, я сейчас попробую поставить куда-нибудь в уголок камеру и сделать таймлапс. Я не знаю, что из этого получится. Таким образом, к 10 часам утра уже практически все стоит на своих местах, но на самом деле работы еще много, но в общем и целом, вот буквально за какие-то несколько часов с достаточным количеством волонтеров собирается такое небольшое, но зато очень ламповое и приятное мероприятие. Сейчас закончим полностью подготовку и будем ждать посетителей на вход. Теперь можно начать, как начинается обычно любой сумбурный глаз, с того, что уже нормальное время, сейчас почти 12. Мы, кстати говоря, последние подлецы. Да, опаздываем, без нас, конечно, не начнут. Но мы все равно волнуемся, потому что, скорее всего, люди уже приехали. В общем, всем привет, мы двигаемся на GBX Summer Party 2015. Вполне возможно, что этот ролик будет немножечко побольше. Не, ну последним нет, но вполне возможно, что он будет немножечко побольше, чем любой другой сумбурный глаз. Хотя бы даже за счет вот этого небольшого вступления про организацию. Ну, в общем, пока мы отключаемся, потому что нужно съесть завтрак, запить его пепси, и когда будем подходить, собственно, к павильону, уже в этот раз почти как зрители, продолжим наш репортаж. О, я знаю, надо сделать вот это вот, салмок. Ну вот мы и на месте. Парк культуры и отдыха Сокольники. На самом деле мы не совсем на месте, потому что еще по парку надо будет пройти просто ту его кучу времени. Но мы же не боимся трудностей, правда?
Тот странный момент... Подходите к нему, записывайтесь. Тот странный момент, когда как бы ты приходишь и думаешь, что без тебя не начинают, а тут уже начали, короче, это просто подстава. Надо вовремя приходить. Кстати говоря, где еще, кроме GBX Summer Party, вы сможете, я не буду спрашивать, сколько это стоит, но где еще вы сможете в России купить картриджи для Neo Geo? Здравствуйте, дорогие друзья! Я специальный помощник Виктора, Дмитрий Киселев. В момент, когда Виктор стритпасит. Денис Панов будет сегодня? Я не знаю. Я видел, что он будет. Отлично! Ну, в смысле, видел, он записался на встречу. Тогда следующее включение будет, когда будет Денис Панов, а если его не будет, то следующее включение будет без него внезапно. Ты первый раз на GBX Summer Party, да. И мне как организатору для канала «Уютный подвальчик» хочется у тебя спросить, как тебе... Спасибо. Как тебе мероприятие? Ну вот я только зашел, но я уже не знаю, куда мне пойти, то столько всего, и следующий чемпионат по мордлкомам, это я так... одни эмоции. Я там, так... правда, мои друзья меня уже ждали, и все такое. Я так понимаю, на видеоигровом событии ты не первый раз? Ну, я был на Игромире, но... Ну, Игромир не в чем. Уютный, все такое, ну да. А помимо Игромира, на каком ретро геймшоу, не на каком таком мероприятии? Не, я был только на Sonic, глобалка Sonic'овская, что-то типа того. Окей. Ладно, не буду тебя больше тогда задерживать. Спасибо за участие, спасибо, что пришел. Приходи в следующем году обязательно тоже. Спасибо. К сожалению, как бы сильно не хотелось, чтобы праздник длился вечно, однажды все заканчивается, и сейчас нужно будет все погрузить. Ребята уже этим занялись. Хочется сказать спасибо всем, кто принял участие в сегодняшнем мероприятии, всем, кто подарил своим коллегам, единомышленникам и просто людям, которые решили прийти сегодня сюда, в этот день, этот праздник. Ребят, всем спасибо. До встречи через год. GBX Summer Party 2015. Адьос. Приходите в Replay Cafe. Завязывай уже с видеоблогами. Пошли, пока все играют, три делать.